Доброе утро. Пока я сегодня пришел, уже ребята вам всех лещей выловили. Опоздал. Что, закидываемся, ловим? Вчера выкинул там одну. А ты что вчера поймал? Один, ну, два лещика, кило 100, наверное. Один уплыл, садка. Ну, блядь, а там зацеп. Зато она и не может пошевелить. Да вот там есть как раз-то. Вчера я... Сом тебе сел. Да. Что-то мелкое она висит. Потому что оторвалась. Эй, вот. Подлещик. Не знаю. Давай. Плыви. Лещ точно. Да и не сорвется же. У меня самые острые крючки, у меня не может сорваться. Да. Не, мелочь. Мелочь. Одни подлещики у них. Ну, молодой лещ. Молодой. Вкусный, гастрономический. Мясо мягенькое. Давай, родимый, плыви. Проворонил? Нет. Лещ? Я прошу. Что такое? Пусто? Что за 30 километров ехал, что просто удочку тягать и зад вперед. А. Ты тут насушишь целую кучу. Блин, убери свою ту самую. Не надо. Не надо? Не надо. Чтоб видели, что ты весь крупняк переловил, теперь мелочь долавливаешь. Да. Лещик пришел. Ага. А ты говорил, ничего не будет. Ты же профессионал. Да? Главное его завести сюда, куда надо. Сам идет, куда надо. Оба. Запутался. Тут такое кило 300, наверное. Да? На курсы записывайтесь. Вот такой. Потом взвешаем. Пока лещ кончился, закормим плотву. Ух ты, близковато. О!
Будет клевать? Угу. Если Петрович сказал, значит клев пойдет. Так что ловим плотву и показываем. Вот, только закормил, сразу вот ловко. Вкусная для кота. Маленькая. Видишь, пошло. Ага. Как только ты вытянул, сразу поперло. Так, ну, вытянул я удочку. Не умею я ловить, две плоточки, все. Короче, фидер, ну, перешел. С утра здесь поклевывало, я проспал. Приехал в 6, место занято. Здесь поймали. У одного 3 леща, у второго 2. Но я остался без рыбы. Будем надеяться, что сейчас свои отловлю. Как-то так. GoPro снимаю видео. Голубчик. Да, лещик такой, не крупный, но активный. Вот такой уже ничего. За полторашечку. Дождались, ждем еще. Ух ты, блин. Тут ты еще клюнул. Какой-то маленький. И, оп, она оторвал. Пускай растет. Сопляк какой-то. Плотвина, наверное. О, блин, там лещная. Дождик уже зарядил.
Пора скоро сматываться. Так, ну, один лещик, кило 510. Так, ну и второй кило 900. Вот такой. Вполне неплохой. Вот. Ну, одного на килошечку повыпендривался, оторвал. Так, ну, последний перезаброс. Рыба точно клюнет. И уезжаю. Так, ну все. Дождь еще больше и больше. Последний заброс. Два леща. И домой. Забросил, клюет, вытягиваю, показываю. Так, ну вот такая красота. Речка, дождик, релакс. Только поклевок нет. Так что все, собираюсь потихоньку. Точно, как скажу, собираюсь потихоньку. Сложу камеру, клюнет лещ. А если не клюнет, все. Всем пока. До встречи.